Всем привет, дорогие друзья, с вами Шиморо, а сегодня мы посмотрим на игру под названием Солярикс. Игра повествует нам о хорроре с элементами стелса и экшена. Это глубокое будущее, а нам предстоит с вами выжить. Давайте взглянем на проект поближе и сделаем свои выводы. Поехали! Easy, medium, hard. Hard. Давайте на сложном, ребята, сразу же залетим в игру. Так, что мы здесь имеем? Говорит, не спи. Так, VASD, это мы перемещаемся. Хорошо, я понял. Здесь мы забираем с вами шлем, дорогие друзья. Так, please use K to pick up objects. Use K у нас какой? А, пробел это use K у нас. Key, точнее. Привет, говорит. Желает нам добра. Хорошо, здесь нужна карточка какая-то, да? Девушка хочет исправить проблему по протоколам и прочему. Включите, пожалуйста, свой фонарик. Хорошо, включаем. Нам нужно восстановить энергию. Нужно восстановить энергию в жилых помещениях. Хорошо, давайте попробуем восстановить энергию в жилых помещениях. Так что здесь карта. Аудиолог. Кто-то заболел, говорит. Катастрофа 2156 года. Все плохо, говорит. Так. Мы можем брать, ребята, предметы. Интересно. Давайте. Давайте возьмем предметы и будем их перекладывать. Хорошо, здесь какая-то ядовитая фигня. Фонарик. Проходим немножко дальше. Мертвый мужик. Мертвый мужик. Ну, это нормально. Так, что дальше? Дальше тихо. Ты не можешь доверять машинам. Ты можешь доверять все, что у тебя есть, всему, что у тебя есть в голове, а также можешь доверять мне. Сигнал тревоги. Баллон. Хорошо. Хорошо, двигаемся дальше. Что это было, блин? Что за фигня? Сохранение прошло. Отлично. Идем, спускаемся вниз. Пока что все тихо. Дверь. Я чувствую, скоро будет скример какой-нибудь. What the fuck? Так, спокойно. Спокойно продвигаемся вниз. Без лишних телодвижений. Так, здесь двери все заперты. Нам просто нужно спуститься вниз. Какая-то слизь капает. В этой зоне есть аномалии, говорит. Так, хорошо, двигаемся дальше. Control, это значит у нас стелс режим. Ну, персонаж носится, конечно, так, как будто ему вообще не страшно, в принципе. Не знаю, довольно громко мы бегаем. What the fuck, man, я бы так не бегал на его месте. Так, хорошо, здесь что-то есть, ребята. Elevator panel. Панель лифта, и она деактивирована, активировать ее нельзя. Так. Пар. Пар, чувствую, может нас шлепнуть. Пробегаем на shift, хорошо, пробежали. Так. Пробегаем дальше. F5 у нас работает как сохранение? Нет, не работает, черт подери. Это не по-олдскульному. Ладно, побежали дальше. Посмотрим, что здесь есть справа, что здесь есть слева. Так, тут коробки. Лут вроде бы подсвечивается, его пока не видно. Ладно, давай пройдем дальше. Давай пройдем дальше, никто пока нас не пугает. Power генератор, ребята. Нам нужна ячейка энергии для того, чтобы вставить ее в генератор. Так, пар. Хотя нет, этот пар, по-моему, вообще не дамажит, ребята. Пробегаем вот так, хорошо. Пробегаем вот так, отлично. Пока не пугает, пока не пугает.
Пока не чувствую я, что вот это хоррор и what the fuck. Так, это что такое? И энергоячейка, ребята, у нас здесь находится. Хорошо, возвращаемся обратно. Мы бежали до энергоячейки. Мне кажется, сейчас должен появиться какой-нибудь скример или гад, который должен нас напугать. Пока мы возвращаемся обратно. Нет, никого абсолютно нет. Пар вроде бы не дамажит. Хорошо, двигаемся дальше. Двигаемся аккуратненько. Вставляем энергоячейку вот сюда. Хорошо, энергия восстановлена. Энергия восстановлена довольно громко, дорогие друзья. Это факин невероятно. Так, тихо. Тихо, спокойно. Идем к лифту. Идем к лифту. Мы должны были активировать с вами лифт, ребята. Так, спокойно. Спокойно проходим дальше. Лифт где-то здесь же был, да? Да, лифт где-то здесь был. Я немножко пропустил. Никто не выпрыгивает, ребята. Никто не пугает. Ну и what the fuck? Ничего страшного. Подождите, здесь ли лифт был? Эй, так заблудиться нельзя, бро. Это ненормально. Да, все, пробегаем дальше назад. Помещение довольно однотипное на самом деле. Можно запутаться немножко. Да, вот здесь. Что за член? Кто там стоит? What the fuck, man? И что мне делать с ним? Это замеченная аномалия. Он блокирует ваш путь к лифту. Вам нужно прокрасться за ним. Я понял, а у нас сложность хард стоит. Ну да, конечно же, какой дебил будет выбирать... О, бедное создание. Кто-то меня троллит, говорит. Бедное создание, перестань, говорит, прятаться и выходи поиграть. Давайте подождем, пока вот это вот создание развернется, значит, к нам спиной. Вот оно лицом, да? Сейчас это создание пойдет, значит, назад. И мы вот в этот самый момент, дорогие друзья, выйдем вот таким образом. И прокрадемся в долбанный лифт. И запускаем лифт. Ха-ха! Лузер! Отлично. Сложность хард. Это было довольно сложно на самом деле. Если бы не моя смекалка и сообразительность. Так, тихо. Пожалуйста, пожалуйста, они повсюду. Впусти меня, говорит. Так, тихо. Тихо, это что такое? Аудиолог опять. Я, говорит, не больна. Может, я не больна, но что-то происходит. Ребята, постоянная движуха. Байпассер какой-то взяли, электрический. Strange 15. Благодаря модулям для взлома вы можете обходить... защиту, фаерволы и прочее-прочее. Так, подождите, и как нам interact key to open the door? Вот у нас есть инвентарь, дорогие друзья. Как нам выбрать предмет в этом инвентаре? Aim and fire it. Вот, да, мы берем вот эту штуку. И стреляем. Да, видите? Пока не дойдет до нуля. Сила должна стать нулем, видимо, да? В ноль должно уйти. Ага. Да. Невероятная система взлома. Так. Активируем ее. Хорошо. Что у нас еще в инвентаре? Шлем. И у нас в инвентаре флешлайт. Ну, логично. Фонарик, шлем. Бедное создание. Ты даже, говорит, не представляешь, что происходит с тобой, вроде бы как. Так, тихо, здесь ничего. Кровь, ребята. Здесь была движуха. Контейнер. Открытый контейнер. Воки-токи, мы взяли рацию. Знаете, что мне напоминает игра по своей атмосфере? Напоминает мне System Shock. Кто играл,
возможно, поймет, о чем я говорю. Не знаю почему, и мы идем на выход. Игра напоминает мне System Shock, я не понимаю, по какой причине. What the fuck is this? Запертый контейнер. Оу! What the fuck? Дорогие друзья, у нас есть пистолет. Вот они и элементы хоррора. Элементы шутера. Пока хоррора, кстати, я здесь не встретил никакого абсолютно. Так, Modified Prototype of Red Container. Что-то про фонарик и то, что будет светиться белым. Понятно, я понял. Так, давайте, ребята, прокрадемся. Прокрадемся мимо охранников. Иногда, говорит, мы не можем прокрасться мимо этих парней. Поехали. Ломаем, ребята. Ломаем комнату склада и посмотрим, что там будет. 5%. 2. Что могу сказать про атмосферу в игре? Атмосфера в игре есть, но... Графически я бы не сказал, что эта игра выполнена на каком-то современном уровне. Это довольно старые технологии. В плане моделинга. Очень низкополигональное у нас абсолютно все, что есть в игре. То есть посмотрите на это. Шейдеры, конечно, делают свое дело, но все-таки графика, ну, уровня, наверное, 2004-2006. Я бы не сказал, что прямо what the fuck. Так, аптечка. Еще у нас сканер, пистолетные патроны, дорогие друзья. 9 из 9 у нас пистолетных патронов есть. Давайте зайдем, посмотрим, что здесь. Здесь пока ничего не происходит. Движа тоже никакого не видно. Я не вижу скримеров, ходячих мертвецов. Но атмосфера, конечно, дает о себе знать. Так, здесь вроде бы ничего, здесь мы обыскали. Еще сенса в игре такая бешеная. Надо было поправить хоть немножко. Давайте я на мышке, ребята, сброшу, что, а то я целиться не смогу ни в кого. Во. Вот хотя бы так. Так, хорошо. Идем дальше. Идем дальше. Сложность хард не знаю, как будет давать о себе знать. Пока непонятно. Но мы все-таки будем продвигаться. Так, посмотрите, там мужик какой-то. Давайте от него спрячемся. What the fuck, man? Просадим, может, ему хедшот? Че такое-то, блядь? Че начинается-то? Чувак, успокойся! Спрятать тело, да какое здесь не поможет спрятать тело, он стрелял, блин. What the fuck? Как мешок говна, правильно? Ребята, он даже... Вот это может напугать, реально, вот это звук. Чувак решил просторочить меня через колонну. Он вообще не успокоился. Это да, это страшно. Так, а тут бочка какая-то. Здесь какие-то элементы, которые, в принципе, можно поднять, но я не знаю... Нужны ли они вообще или нет. Но про сандалил он по мне знатно, ребята. Да, тут ничего не скажешь. Давайте лучше идти, пригнувшись. Шестеренки всякие, болты. Не знаю, для чего это все нужно. Будем идти в тени. Так. Да я не собираюсь с ними воевать, не переживай. Я пытаюсь пройти дальше, я не понимаю... Ух ты. Yes, considerably. Вы слышали его голос? Брутальный мужик какой, а? Yes, considerably. What the fuck, man? I'm going in. Cover me. Так, тихо. Идем дальше. Так, мы прошли вроде бы здесь, ребята, и нам нужно как раз попасть вон туда. Довольно непонятно, если честно, пока. Но все-таки так, а что здесь? Здесь у нас лайт-рейчики.
бьют, и вот оно, запертое помещение, которое, видимо, нужно взломать, да? Здесь у нас что находится? Здесь у нас контейнер, который непонятно как открывается. Подождите, ребята. Я пока не могу понять... А, это контейнер не открывающийся. Здесь есть какая-то банка. Это мы взламываем, это ясное дело. Это мы взламываем, лазерные лучи сейчас с вами забираем. What the fuck, man? Как сохраниться-то? Там мужик. А, вот он отошел, ребята. Вот он отошел, прошел дальше. Нам нужно попасть в то помещение, насколько я понимаю. Машинка, ребята, какая-то. Давайте прокрадемся здесь и посмотрим. Халу напоминает, не знаю почему, оформление автомобилей. Ёлки-палки, какие-то... Как-то странно, какая-то помесь у нас получается. Есть такие, знаете... Воспоминания сразу настигают странные, что я уже видел подобное оформление, и это было очень давно, причем графически ничего не изменилось. Мокрые скалы. Вон туда давайте пройдем. У меня есть 6 патронов. Чтобы убить чувака, я так понял, нужно довольно много боеприпасов. Ну, давайте пройдем сюда. Colony Quarters Access. Insert Access Card. А, значит, нам нужно найти ключ доступа. Патронов у нас не так много. Видимо, ключ доступа находится в том помещении, где ходит охранник. Но это по моим ощущениям. На харде, видимо, меня очень сильно пропилюливают. И врагов тяжелее убить. Жалко, что патронов нигде больше нет. Точнее, я пока их не находил. Давайте прятаться за контейнерами и пройдемся подальше. Хотя игра настолько темная, что вы просто, наверное, ничего не увидите. Ну, если что, я вам дам знать, если что-то там будет происходить. Стелс-хоррор с элементами экшена. Ну, хоррора, ну, честно говоря, я пока такого прям не наблюдаю. Я жду все скримера, как какой-нибудь дохлый мужик сейчас выбежит и скажет... Но этого не происходит. Не происходит. Атмосфера интересная. Атмосфера такая, да, гнетущая. Saving successful. Произошло сохранение, ребята. Значит, сейчас должен начаться движ. Я пока потерял момент, где я могу именно попасть в то помещение, но примерно знаю, как до него добраться. То есть, скорее всего, это помещение находится где-то справа сейчас. Да, мы ждем, пока мужик уйдет отсюда. What the fuck, man? Видел он меня или нет? Непонятно. Да, вот он, вот она, эта дверь, которая мне нужна. У нас есть не так много времени. Мы не можем туда попасть, ребята. Отходим назад. Анимация у чувака тоже 2001 года какого-то. Непонятно. Так, тихо. Пройдемся дальше. Мы не можем попасть в то помещение. Как-то нелогичненько. Хотя сложнее понять, что сейчас хочет от нас игра. Возможно, надо было лучше слушать, читать диалоги. А, вот нет, все нормально. Да, вот здесь есть аудиолог и еще... What the fuck, man? Пила, дорогие друзья. Костяная пила написано. Бонсяо. Так, закашлялась. У нас есть шприц какой-то. Захилиться можно, отлично. Пилой можно что-то распилить, ребята, да. Может, мы сможем распилить пилой мужчину, который там ходит? Но это непонятно. Надо расследовать еще помещение. Девушка рассказывает про какого-то основателя, Гарри Гилкина, который никогда не любил что-то там. Девушка негодует, что ли, не могу понять. Пока... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо, меня здесь нет, бро. Пока что все превращается в аккуратное ползание. И реально элементов стелса значительно больше, чем всего остального.
Может, я смогу распилить замок, я не знаю. Давайте по старому методу. Ч-ч-ч-ч-ч-ч. Вот подлец. Вот подлец. Там двое охранников, ребята. Давайте дальше попробуем пробежаться. Надеюсь, меня никто не заметит и не начнет громко пилюлить. Потому что это реально пугает. Наверное, именно в этом и заключался элемент хоррора, дорогие друзья. Так, тихо, здесь ничего. Стрелял он, елки-моталки просто. Уши завянут. Так, а вот здесь что-то есть. Там мужик тоже ходит. Возможно, здесь есть еще одно помещение, которое мы с вами не чекнули. Здесь я врезаюсь куда-то. Да, думать здесь нужно, куда идти. Очень большие открытые пространства, которые, по сути, заводят тебя в пустоту. То есть очень много тупиков. Это, конечно, интересно. Если вы любите такие игры по исследованию, то я, естественно, вам рекомендую проект с атмосферой. И я пока не знаю, насколько он сложный. Я все-таки пробовал убить чувака. Как убить его пилой, непонятно. Хотелось бы, наверное, резануть по горлу как-то сзади. Давайте попробуем подкрасться сзади к охраннику и перерезать ему глотку. А вот этот вот, вот это помещение мы не открывали. What the fuck? Ребята, или это оно же? Давайте попробуем. Давайте попробуем вот этому чуваку перерезать глотку, точно же. Перереж... Нельзя. Нельзя перерезать ему глотку. Не открывается никак. Но можно открыть что-то. Открытый контейнер. Хелспак и карточка какая-то. Я что-то взял. Вот это было страшно. Прошу прощения. Прошу прощения. Я не выдержал. Я не выдержал. Да, бегите, бегите. Он там. Он там, дорогие друзья. Что я взял вообще, непонятно. It says card. Building A. Он бежит нас искать, дорогие друзья. Посмотрите, пошел по вейпоинтам. Работай, бро. Работай, я там где-то. What the fuck, man? Вот это был скример. Вот это был скример. Мы отсюда нашли ключ с вами. Элементарно. Элементарно, Watson. What the fuck, son? Фу. Довольно все легко и просто было. А вот здесь уже... Нет, аудиолог. Мужик какой-то. И лифт, дорогие друзья. Здесь мы можем поехать наверх, да? В помещении больше никого. Абсолютно никого. Здесь еще один аудиолог и какой-то современный компьютер. Посмотри, какой системник был бы красиво такой поставить себе на стол. Красиво довольно. Так, тихо. Электрошокер, дорогие друзья. Можно вырубать. Да, мы теперь сможем электрошокером с вами. Мы можем теперь юзать электрошокер для того, чтобы... Бэнч! Просто подкрадываемся сзади, так и бэнч! Я понял, да, красиво. Красивенько, удобно. Так, значит, unlocked container. Здесь мы получили то, что хотели. И получается, здесь помещение пустует. Как найти следующую карту, пока непонятно. Может, я что-то упустил, ребята? Да нет, вроде бы ничего не упустил. Information terminal. А вот здесь уже есть информация. Так, с тобой все в порядке, отвечай мне, говорит. Переписка. 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 Какого-то мужика. Я слышал, что случилось. Got a hold of hard soldiers and beat the shit out of him. Honestly. Honestly, good for them. Из кого-то выбили все дерьмо, дорогие друзья. Мальков сходит с ума там. Кто-то хард запер себя в медбэе. Что fucking плохо. Я понял. В общем, все сходят с ума, дорогие друзья. Это, конечно же, не к добру. Так, тихо, давайте вниз спрыгнем. Там мужик ходит. Мне нужна вторая карточка, я не знаю, где может быть вторая карточка. Аудиолог мы этот уже слушали с вами. И больше ничего, по сути, не происходит.
Может, из охранника нужно выбить вторую карту. Но это мы узнаем либо в прохождении, если вдруг оно будет. Делитесь своими, ребята, либо когда-нибудь. В общем, делитесь своими впечатлениями об игре. Я буду рад почитать ваши комментарии. Спасибо вам большое за ваши большие пальцы вверх. Естественно, если вам понравилось. А с вами был Шиморо, и мы увидимся на следующем видео либо онлайн-трансляции. Пока.